Всем привет! С вами канал «Отдых по карману». Мы находимся в городе Владивосток. Сегодня у нас в планах подняться на сопку «Орлиное гнездо» и прогуляться по спортивной набережной. Подписывайтесь на наш канал и путешествуйте вместе с нами. Также подписывайтесь на наш инстаграм. Друзья, делитесь нашими видео со своими знакомыми и друзьями. Помогите развитию нашего канала. Чем быстрее наш канал будет развиваться, тем мы больше покажем вам интересных мест. Войны. Случайно увидели вот выставку. Находится внизу, мы идем поверху. Так, ну мы идем на фуникулер. Но есть еще пешеходный маршрут. Конечно, нам с коляской неудобно туда будет подниматься. В городе холмистая местность. То вверх, то вниз. И с коляской не везде удобно, конечно. Приходится таскать на руках. Шли, посмотрели здание, говорю, такое интересное. 21 октября 1899 года открылся Восточный институт. Первое высшее учебное заведение. Но это не львы, это драконы, что ли? Вот дорога фуникулера. Вон дорога вверх идет. Сейчас будем туда подниматься. ₽20 стоит проезд. А что ты боишься? А кого ты боишься? Подняться ₽20 и спуститься тоже стоит ₽20. Можно бесплатно спуститься только пешком. Это единственный в России такой вид транспорта. Будем подниматься на сопку. А вот еще обратно идет один фуникулер. Вот тут уже открывается вид на город. О, поднимаемся вверх. Площадка вот сверху. Это нужно спуститься в подземку и подняться туда наверх. Спускаемся в подземный переход, чтобы перейти на другую сторону. И поднимемся там по мостику. Представляете, поднялись. А вход закрыт на смотровой площадке? Не работает. Вот для чего вот они такое сделали? Мы вот так хотели посмотреть вид сверху. Но люди как-то тут пролазят. Может, попробуем сейчас. Пойдем посмотрим. По всей видимости, смотровая площадка на реконструкции, но мы тут с краю по тропинке поднялись, как и все остальные, в принципе, тоже лезут люди. Ну, а страшновато, там прям такой обрыв, но вид такой завораживающий. Смотрите, высота сопки 200 метров. А вот это Золотой мост. Свое название он получил от Золотой бухты. Длина моста 1400 метров, ширина 30 метров. Спускаемся вниз. Сейчас во Владивостоке проходит литературный фестиваль. Продают книги. Прямо в сугроб метнулась женщина из кабины. Припала к мужу. Ты жив, ты жив. Я знаю. Возвращаемся с Орлиной сопки пешком.
по набережной Цесаревич вышли вот на такую площадь. Здесь памятник стоит борцам за власть советов на Дальнем Востоке. Сейчас хотим пойти на набережную. Ходим подземку, чтобы выйти на другую сторону улицы. Это все продолжение Светланской улицы. Если честно, я думала, только в Челябинске фуры ездят по улицам. Здесь они, тут еще с контейнерами только и... Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But the... На улице тепло, люди гуляют, вообще классно. Здесь вот такой вот парк небольшой есть с каруселями. Колесо обозрения, ну кабинки здесь открытые. Мы не будем, конечно, кататься. Здесь ларечки стоят. Портреты рисуют художники. Вот такой красивый вид. Памятник амурским тиграм. Осуществляется на фоне заката. Матвей тут пристроился рядом с рыбаками, наверное, хочет помочь им рыбку словить или наоборот расшугать. Матвей, что, поймали что-нибудь? Ничего не поймали. Надо сказать волшебные слова. Ловись, рыбка большая и маленькая. Тогда поймается.